بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры помилуйся Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы собрались с вами на этом уроке от тафсира на прошлой неделе у нас не было эфира был в отъезде. Альхамдулилля, да Аллах Субхану ва Тааля, как обычно по нашей традиции, в понедельник, в четверг по московскому времени, 8 часов вечера, инша Аллах, будем продолжать эти уроки, эти лекции. Сегодня у нас с вами сура Аль-Каутсар. Сура Аль-Каутсар, 108-я сура Священного Корана. Вначале ее зачитаем. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, фи сурат Аль-Каутсар, а'удзу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, Инна а'тайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шаниака хуа аль-абтар. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, мы даровали тебе аль-каусар. Пока не будем переводить, что такое каусар, в тафсире мы расскажем, что такое каусар. Фасалли ли раббика ванхар, то есть поистине, то есть мы даровали тебе каусар. Я Мухаммад, обращение к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Фасалли ли раббика ванхар. Поэтому же совершай намаз, молись ради своего Господа и закалывай жертву. Молись ради своего Господа и закалывай жертву. Инна шаниака хуа аль-абтар. Воистину твой ненавистник сам окажется бездетным. Три аята, уважаемые братья и сестры, но однако это сура... В нем есть большой смысл в этой суре. Во-первых, сура Аль-Каутсар, ихталаф аль-улама, ученые разногласят, это сура Аль-Маккия ау-Мадани, мединская ли она или мекканская. Некоторые ученые говорят, что это сура Маккия, мекканская. Некоторые другие уже ученые говорят, она Аль-Мадани, мединская. Те, кто говорят, то, что это сура мединская, Аль-Мадани, они... Именно обращает внимание на мавдуат, на смысл которого этой суры. В аяте, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Фасалли ли раббика ванхар» – «Молись ради своего Господа и закалывай жертву». Закалывание жертвы, этот обряд был повелен Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану повелел пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям в мединский период, фильмадина. Поэтому они берут то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, закалывай ради Аллаха, молись ради Аллаха и закалывай. Обряд закалывания жертвы был уже в Медине, поэтому это сура мединская. Те, кто говорят, что она Маккия, и это более достоверное мнение, то, что это мекканская сура, опирается на аят, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Инна шани ака хуа аль-абтар, воистин твой ненавистник сам окажется бездетным». Было, говорят, что это неспослано касательно Аль-Ас ибн Уайль ас-Сахми. Также говорится, неспослан этот аят был касательно Аби Джахль. Также говорят, что касательно Каъба ибн Ашраф, когда он пришел в Мекку, когда только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в первые дни ему было пророчество, ему было откровение в это время, когда пришел, касательно Каъба ибн Ашрафа. Но в этом нету такой большой разницы и нету как бы, то есть это хиляф между ученых, учеными, но однако это не столь важно для нас, а для нас более важно, что понять именно смысл этой суры. О чем говорит же эта сура? «Инна а'тайнака аль-каутсар». «Инна» переводится «поистине мы». «Поистине мы» имеется в виду Аллах Субхану ва Тааля. Почему Аллах Субхану ва Тааля сказал «мы», а не «я»? «Ли та'зим» – возвеличение Аллаха Субхану ва Тааля. У арабов так принято, они говорят, как возвеличивая себя «нахну амарна бикада», «нахну кульна», «нахну фаальна», «мы сказали», «мы приказали», «мы сделали». Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, возвеличивая самого себя, говорит «инна», поистине «мы». То есть Аллах Субхану ва Тааля сам себе о себе так говорит Субхану ва Тааля «ли та'зим», «ли возвеличения». «А'тайнака», «а'тайнака» – «даровали» или «дали». Обратите внимание, то, что «а'тайнака» – «даровали», «дали» – «фи'ль мады», глагол прошедшего времени, то есть «дали тебе».
Аль-Каутар. В прошедшем виде Аллах Субхану ва Тааля говорит, но однако это только будет. Только будет. Для чего Аллах Субхану ва Тааля сказал в прошедшем виде? Ли-та-кид, для подтверждения, для конкретизации. Как бы бывает же, например, человек что-то спрашивает, брат, или там, сделай это, я уже сделал. То есть он еще не сделал, но считает, что все уже решено, вопрос решен. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, он ла юхлифуль миад, он если что-то обещает, он всегда выполняет, Субхану ва Тааля. Человек может что-то пообещать и забыть. Человек может что-то сказать и не выполнить. Но однако Аллах Субхану ва Тааля, если что-то сказал, то Аллах Субхану ва Тааля обязательно это выполняет, Субхану ва Тааля. Аль-Каутар. Аль-Каутар. Что такое Каутар? Есть два мнения. Первое мнение это Нахрун Фильджанна. Каутар это Нахрун Фильджанна. Река в раю называется Каутар. В хадисе от Анас ибн Малик, который приводит имам Муслим, приводится то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям агфа ихфаатан. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям заснул. Заснул, но ихфа это был такой легкий сон. Заснул легким сном. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям танаму айна ва ля янаму кальбу. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда засыпал, его глаза закрывали, спали, однако сердце его всегда живое, никогда не спало. После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям истайкат, то есть проснулся, фабтасама, фарафа'а ра'сахум мубтасиман, поднял голову и улыбнулся. И тогда Анас бин Малик сказал: "Ма адхакака я расул Аллах? Что тебя заставило посмеяться, улыбнуться, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям?" На что он сказал: "Аллах мне не спасал суру и прочитал: "Инна а'тайнака аль-каутар, фасалли ли раббика ванхар, инна шани'ака хуа аль-абтар". И тогда он сказал, обратился к сахабам и сказал: "Атадруна маль-каутар? Знаете ли вы, что такое аль-каутар?" Тогда они сказали: "Аллаху ва расулюху а'лам". Поистине Аллах и его посланник лучше знает. И тогда сказал: "Нахрун ва'аданихи Рабби йаум аль-кияма, алейхи хайрун касир". Это река, которую Аллах субхана ва тааля обещал мне в судный день. В нем есть, в этой реке, много благ. Много благ. Ва'джай фи сахихейн айдан, также в сахихейн, в Бухари, Муслим приводится хадис Анаса бин Малика. Лама уриджа ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям иля ас-сама, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был вознесен в небеса, знаете, Исра валь Миарадж. Исра это переселение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям из Мекки в Аль-Акса, Аль-Миарадж из Бейт-уль-Макдис в небеса. Когда его был возвышен в небеса, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям марра аля нахрин хаффатаху кибабу лу'лу аль-муджаваф. Он видел в раю, когда его взял Джибрейль алейхиссалям, и мимо рая, когда проходил, увидел реку, его краи были подобны куполам из жемчуга. И тогда он спросил, факаль, Джибриль, сказал, спросил Джибриль алейхиссалям, махада, что это такое? Прекрасная такая река с куполами по бокам из жемчуга. Факаль, хада аль-каутар, это каутар. Это та река, которую обещал, которую приготовил для тебя Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Также описывается в хадисах от имама Бухари и Ахмада, что какая же она, какой же Аль-Каутар. Если брать параллель, вы знаете, есть река Каутар, и также есть водоем Хауд, Хауд ан-Наби, саллаллаху алейхи ва саллям. Хауд – водоем, который будет в судный день. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда после того, как Зара аль-Макбира, когда посетил могилы, после этого он сказал «Иштакту лихвани, иштакту лихвани». Задумайтесь, братья и сестры. О ком говорил сейчас посланник, о ком сказал 1400 лет назад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А нас с вами. Я соскучился по своим братьям, я соскучился по своим братьям. Туда, иншаллах, сестры тоже входят, мусульманки. И тогда сказали сахабы, «Алясна ихваника, я Расулулла, мы же твои братья, о посланник Аллаха». «Ла, бал антум асхаби». «Нет, вы мои сахабы, вы мои сподвижники». «Ихвани, амма ихвани, а мои братья, ятуна мин ба'ди». Они придут после меня, я их встречу около водоема в судный день. Я их встречу около водоема в судный день. Тогда сахабы удивились и сказали, как же ты их узнаешь, я Расулуллах? Как ты их узнаешь, что они из твоей уммы? Ты же их не увидел. На что он сказал, я их узнаю, то что на их лицах, на их лбах и на их ногах будут сиять свет от того, что они брали вуду, от того, что они брали омовение. Я их так узнаю, встречу их около хауда, около источника. Что же за источник, уважаемые братья и сестры? Приводится в Бухари, Муслим, Ахмад, в достоверном хадисе, то, что хауд,
он сам по величине подобно месяцу ходьбы. Такой большой водоем будет. Его вода белее молока. На вкус он приятнее мускуса. Когда верующий сделает глоток из этого водоема, после этого он больше не будет чувствовать жажды. После этого он больше не будет чувствовать жажды. И будут у него рядом стоять кувшины, столько кувшинов, сказал саллаллаху алейхи ва саллям, сколько звезд в небе. Это не в раю, это аля сахат аль-ард, это на том месте, где будут собираться люди после день воскрешения, то есть когда воскреснут, встанут из могил. И здесь ученые разногласят, что первое же будет? Мизан, то есть весы, когда будет Аллах Субхану ва Тааля спрашивать нас с вами за наши дела, или вначале сбор у водоема. Разногласия в этом вопросе есть, большинство мнений ученых, то, что первое, что сбор у водоема, верующие напьются из уммы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из хауза, посланник Аллаха, из водоема пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ляху мизабан мин аль-каутар, то есть у этого хауза, у этого источника водоема будет два притока из реки Каутар, то есть из рая, из реки Каутар будет два притока, оттуда будет литься вода, в этот водоем собираться, оттуда они будут пить. И тогда имам Куртуби сказал то, что более здравый смысл и более понятнее, то, что, конечно, вначале они попьют воды, и потом уже будут идти на того, чтобы взвешивать их дела. Почему? Потому что, когда люди воскреснут из своих могил, в этот день они очень сильно будут нуждаться в воде. Вода – это то, что Аллах дал нам с вами, милость великая. И более, когда человек будет нуждаться в судный день, когда солнце будет на расстоянии копья, когда не будет никакой тени, как тени Аллаха, субхану ва тааля, и человек будет нуждаться, как станет своей могилы, он захочет пить и подойдет к хауду, Набии, саллаллаху алейхи салям, к источнику, водоему пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, у которого два притока из реки райской, реки Каусар, выпьют и после этого не будут чувствовать жажды. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, я по ним соскучился, по своим братьям и сестрам. Я по ним соскучился, я их буду ждать около своего водоема. Инна а'танака аль-каутар. Второе мнение, что такое аль-каутар? Аль-каутар, как приводится в хадисе от Ибн Аббаса. Первое мнение мы с вами поняли, это река в раю. Второе мнение, это мубалига лихайрин кафир. Каутар, а слово кафир, много. Много-много-много благ. Каутар переводится как много-много-много благ, изобилие. Когда в хадисе от Ибн Аббаса, радаллаху анху, когда сподвижники спросили, «Аляйс аль-каутар нахуну фильджанна?» «О, Ибн Аббас, ты говоришь, что это много благ, каутар не является ли рекой в раю?» «Почему много благ, ты говоришь? Не является ли аль-каутар рекой, который в раю?» На что Ибн Аббас сказал, «Аль-каутар минха, аль-каутар тоже из благ». То есть помимо каутар, Аллах дал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, много благ. Не только каутар. Каутар – это великое благо. Но помимо каутар, Аллах Субхану ва Тааля дал много благ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, например, «Алам нашрах ляка садрак». «О, Мухаммад, не раскрыли мы ли твою грудь?» «Урафа'на ляка зикрак». «Разве мы не возвеличили твое поминание?» Аллах Субхану простил грехи посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также «Алам яджидка ятиман фаава». Не нашел ли тебя твой Господь, Аллах Субхану ва Тааля, сиротой, и не дал ли тебе приют? То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, родился сиротой, родился без отца. Когда он был в утробе своей мамы, его отец умер, Абдулла. Когда в шестилетнем... То есть кто такой сирота в шариате? Это тот, кто потерял своего отца в возрасте до того, как стал он балигом, то есть в маленьком возрасте. А он не видел вообще своего отца, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах Субхану ва Тааля упомянул его. Не застал ли тебя твой Создатель, Аллах Субхану сиротой, и сам ли он тебя не приютил? Аллах Субхану сам воспитал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Шауки сказал, «Зукирта бильютами фил Кур'ани текриматан ва кимату лу'лу иль макнуни фил ютами». О, Мухаммад, ты упомянут в Кур'ане как ятим, как сирота, и как дорог тот жемчуг, который находится в глубине сироты. То есть имеется в виду, что жемчуг, уважаемые братья и сестры, он где-то в глубине. И то, что вот это вот в сироте, то, что в глубине, это очень дорого стоит. Если погладить сироту по голове, грехи прощаются, ты становишься ближе к Аллаху Субхану ва Тааля. А если ты его приучишь, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ана ва кафилу льятим фил джаннати кахатейн ва ашара иля сабабати валь вусла». Тот, я и тот, кто приютил сироту, со мной будет вот на таком расстоянии в раю.
и показал на указательный палец и на средний палец. Рядом со мной будет в раю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Второе мнение, что это Аль-Кавсар, это много благ. Это много благ, и река Кавсар тоже туда входит, в благи, которые Аллах Субхану ва Тааля дал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Во втором аяте Субханаху ва Тааля сказал, мы с вами поняли, что такое Кавсар. Во втором аяте Субханаху ва Тааля сказал, фасалли ли раббика ванхар, молись же, то есть совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Фасалли ли раббика ванхар. То есть, ма дам Аллаху а'так, то есть, посмотрите, уважаемые братья и сестры, если ты понял, что Аллах тебе дал такое благо, реку в раю, Кавсар, много благ, из-за этого восхвали Аллаха. Благодари Аллаха через молитву и через закалывание. То есть, это имеется в виду шукру ни'ма. Когда Аллах Субхану ва Тааля дает какую-то милость своему рабу, он должен благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля, благодаря Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Благодаря Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Имеется в виду фасалли ли раббика ванхар, то есть читай какую молитву? Салават аль-маруфа, то есть те молитвы, которые мы с вами знаем. Пять раз в день молиться верующий должен. Фарды, сунан, раватиб, аль-витр, тахаджуд, то есть другие, после вуду, после омовения, два ракаата. Много-много есть навафиль, много есть духа, много намазов. И также ученые говорят, то, что это далиль, доказательство на какой намаз? Салат аль-ид. Намаз Ид аль-Адха. День жертвоприношения, есть молитва. Говорят, аят намаза, салат аль-Ид. То есть, почему? Потому что после этого Субхану ва Тааля сказал, ванхар, и закалывай жертву. То есть, имеется в виду барашку или верблюда. Ванхар, нахар, это имеется в виду закалывание верблюда. Аддабх, это барашку. То есть, закалывание, оно вначале такой, таким кинжалом закалывается, потом уже режется. Это касательно верблюда, касательно барашки, аддабх. То есть, опять же, намаз, когда Аид намаз, когда он до закалывания, вначале верующие молятся, салату аль-Аид, потом уже возвращаются в свои дома, там на фермы идут и закалывают животное. Ли раббика, обратите внимание, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, фасалли, молись ли раббика, ради своего Господа. Не сказал Аллах Субхану ва Тааля, фасалли ли, читай намаз ради меня, фасалли лена, читай ради нас. Ведь сказал, поистине мы тебе даровали. И а в этом аяте Аллах Субхану не сказал, читай ради нас. Нет, сказал, читай ради Господа твоего. Почему Аллах Субхану ва Тааля сказал, ученые говорят, ли раббика, то есть ка, ради своего Господа, шараф, то есть здесь почет. То есть Аллах Субхану ва Тааля приписал к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть я твой Господь. И второе мнение, то есть вот тот этот Господь, который тебе это даровал, هو المستحق أن تصلي له وأن تذبح له تنحر له. То есть тот, кто тебе это даровал, твой Создатель, только ему можно поклоняться, твоему Господу, больше никакому. Он тебя сотворил, он тебе это даровал, только ему поклоняйся. То есть ему принадлежит только поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. هو المستحق. И вот эти два поклонения, уважаемые братья и сестры, молитва и закалывание, это приближение к Аллаху Субхану ва Тааля, курбан, то есть приближение ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И эти два поклонения тоже должны принадлежать только Аллаху, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. То есть скажи, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, скажи, моя молитва, وَنُسُكِي, мои обряды, то есть имеется в виду обряд, какое жертвоприношение, وَمَحْيَايَ, моя жизнь, وَمَمَاتِ, моя смерть, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, принадлежит только Аллаху, принадлежит только Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля, Господу миров. В следующем аяте Аллах, Субханаху ва Тааля, сказал, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, воистину твой ненавистник сам окажется бездетным. Что это означает? Во-первых, что такое аль-абтар? Аль-абтар – это мактуа, лишенный. Если дословно перевести, лишенный. Переводят обычно в переводах Корана бездетный. Но это одно из мнений. Одно из мнений, а дословный перевод этого лишенный. Связано с чем этот аят? Когда шаниака, то есть ненавистник, мубахид, тот тебя не любит. Он сам будет лишенный. Сам будет лишенный детей, сам будет лишенный других благ. Во-первых, аль-абтар, есть три мнения. Что такое имеется в виду аль-абтар? Первое, тот, кто лишен хайру дунья валь-ахра. Тот, кто лишен блага этой жизни и вечной.
Это первое мнение. Второе, аль-мактуа фикра. Это тот, кто лишен, чтобы его поминали. И третье, аль-муаддаб. Это тот, кто будет наказываться именно после смерти. Но Всевышний, это все три мнения, они достоверны. Но однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не являлся и не является абтар, лишенным. Хуа абка. Наоборот, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его шариат, его имя всегда упомянуто. Фазана, когда говорим, ашхаду анна Мухаммада Расулуллах, всегда упомянуто имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда читаем ташахуд, салават пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, наоборот, всегда, альхамдулля, упомянуто имя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также абтар, одно из мнений, то, что это тот, кто лишен детей. Ведь вы знаете, у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, было 7 детей. Аль-Касим, Ибрахим, Абдулла, Умму Кульсум, Зейнаб, Рукайя, Фатима. Все они умерли при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кроме Фатима, после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, умерла. Когда умерли сыновья пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, курайшиты обрадовались. То есть, что обычно они всегда радовались, и арабы радовались, когда рождается у них сын. Почему? Потому что если рождается сын, они думают, что и его имя будет упомянуто и после его смерти. То есть, если у дочерей рождаются, например, дети, сыновья, то это уже они там записываются по именам их мужей. Отношу, они выходят замуж дочери, и уже их сыновья, если рождаются от дочери, уже он не приписывается, то есть, к отцу дочери, к этой девочке, а приписывается кому? К отцу мужа ее. Поэтому, как говорят арабы, «Ауладуна бану банина, ва бану банати абнау риджали абаиди». То есть, наши сыновья – это сыновья наших сыновей. А сыновья наших дочерей – это мужчины, далеких мужчин. То есть, имеется в виду детей, как бы это уже, они к ним уже как бы приписываются их. То есть, именно упомянуто, как бы, и здесь они обрадовались, когда умер Абдулла, когда умер сын пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла, курайшиты обрадовались. Также ученые говорят, когда умер его сын Ибрахим, они обрадовались. То есть, ага, у Мухаммада умерли сыновья, его имя не будет упомянуто. Все, у него нету рода, у него нету сыновей. И вот так вот они как бы издевались и радовались касательно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, некую такую радость проявляли неверующие, то, что вот у него сыновья умерли, значит, он не будет больше упомянут. Приводится в хадисе от ибн Аббаса, радаллаху анху, то, что Каб ибн Ашраф, ламма джа иля Макка, калу леху Курайш, араита хада аль-Мунбакир, ахуа аля хак аму нахну. Когда Каб ибн Ашраф пришел в Мекку, тогда курайшиты сказали, видишь этого? То есть указывают на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он на истине или мы? На что он сказал Каб, аль-Яхуди, бель антума аля хак. Вы на истине. И тогда Аллах, субхану ва тааля, послал этот ая. То есть они радовались, то, что у него нету детей. И тогда они как бы обрадовались этим и подумали, что он, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не будет упомянут. И Аллах, субхану ва тааля, послал этот ая, воистину твой ненавистник сам окажется бездетным. Также говорится, что этот ая был ниспослан касательно Аль-Ас ибн Вайль Ас-Сахми, عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بُتِرَ محمد. Аль-Ас ибн Вайль Ас-Сахми, он сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, касательно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Бутира Мухаммад», то есть бездетным, без сыновей остался Мухаммад. То есть говорится, когда он умер сын Абдулла, и другое мнение, когда умер его сын Ибрахим. Он обрадовался, все, как бы он не будет упомянутым, без детей, без сыновей остался. И тогда Аллах, субхану ва тааля, ниспослал этот ая, «Инна шани ака хуа л-абтар», «Поистине твой ненавистник, он сам останется бездетным». И так оно есть. Давайте, уважаемые братья и сестры, подумаем, где враги пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Наказываются. Наказываются их, и они не упомянуты. Они упомянуты что только через зло, плохим словом, даже если у них были дети. Но однако у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, даже если умерли сыновья, он упомянут всегда. В наших молитвах, в нашей азане, в нашем дуа, в нашем салавате. Самое имя, которое упомянуто сейчас, это имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Даже если те, кто бездравые джахили, те люди, у которых нету разума, те люди, которые не любят пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что сейчас происходит даже на сегодняшний день, сделали карикатуру касательно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это не что-то новое, уважаемые братья и сестры. Это было и во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Его называли сахир, каддаб,
Кахин, называли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, колдун, обманщик, кахин, предсказатель. Это и было во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но однако они ничем не навредили нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и ничем не могут навредить. Даже на сегодняшний день, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в сурат Аль-Бакара, «Аса ан такраху шейан ва ху хайру лакум», что-то вам не нравится. Я, каждый из нас сейчас, кто смотрит этот эфир, я знаю, у каждого есть боль, ненависть, то, что сделали карикатуру касательно нашего любимого, которого мы любим больше, чем своих матерей, чем своих отцов, чем своих детей, чем самих себя, нашего любимого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делали карикатуру. У каждого есть боль в сердце, но однако... Радуйтесь, братья и сестры, ничем они, даже вот на столечко, не нанесли вред нашему посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А наоборот, что-то нам не нравится, а это лучше, что-то мы хотим, но это хуже. Аллах знает, а вы не знаете его, субхану ва тааля. На сегодняшний день сколько говорят о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. На всех каналах телевидения пророк Мухаммад, на английском, на арабском, на всех языках говорят о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Варафа'на ляка зикрак». Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал, мы возвеличили твое упоминание. Мы возвеличили твое упоминание, о Мухаммад. И, иншаллах, люди прочитают, кто такой Мухаммад. Давай прочитаем, кто такой пророк Мухаммад. Почитаем его сиру. Увидят, какой он был великий человек, какой он был милостивый человек. Салаватуллаху алейхи вассалям. Аллах, субхану ва тааля, даже когда они его называли кахнем, при жизни посланника Аллаха называли его кадзаб, называли обманщиком, называли пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, колдуном. Аллах, субхану ва тааля, говорит... لقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. Я знаю то, что тебя печалит то, что они говорят. Но Аллах Субхану что ему говорит? Ари да аль мушрикин. Отвернись от мушриков, отвернись от джейми. Не опускайся на их уровень. Поэтому наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он упомянут всегда. И будет упомянут всегда на наших языках, в наших сердцах, в наших салаватах, в наших азанах. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля еще 14 веков назад, когда не спаслал, когда курашиты обрадовались, то, что у него нет сыновей, значит, все. Если у сыновей у него нет, значит, его о нем никто не вспомнит. Нет, субхану ва тааля сказал, воистину твой ненавистник, тот, кто тебя не любит, сам окажется бездетным, сам окажется забытым. Так оно и есть. Враги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имели много сыновей, но, однако, где они? Никто о них не вспоминает. Вспоминает только с плохим, с проклятием. Наказываются, и в судный день они увидят великое наказание Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Еще раз прочитаем эту суру. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Инна а'тайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шаниака хуваль-абтар. О Мухаммад, поистине мы имеете в виду то, что Аллах Субхану ва сам себя возвеличил. Аллах Субхану ва тааля. Поистине мы, имеете в виду Аллах, субхану ва тааля, даровали тебе изобилие. Аль-Каусар, мы сказали два мнения, река в раю, и другое мнение, то, что это много-много благ, изобилие. И туда же входит река Аль-Каусар. Фасалли ли раббика ванхар. Так как Аллах, субхану ва тааля, тебе это дал, даровал, благодари Аллаха. Молись ради Господа своего и закалывай жертву. То есть делай эти два поклонения благодаря Аллаху, субхану ва тааля, за ту милость, которую он тебе даровал, только ради Аллаха, субханаху ва тааля. Молись только Аллаху, субханаху ва тааля. Закалывай жертву тоже ради Аллаха, субханаху ва тааля. Инна шаниака хуваль абтар. Воистину твой ненавистник, тот, кто тебя не любит, он сам окажется в убытке, бездетным, не будет упомянутым, лишенным. Поистине тот, кто смеется над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как-то хочет его задеть, он сам будет забытым, лишенным, бездетным. А мы, альхамдулля, верующие, всегда, альхамдулля, будем по милости Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, поминать нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которого мы любим больше, чем своих родителей, самих себя и наших детей. Всегда будем возвеличивать его, иншаллах, делать за него салават. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мухаммади ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله до новых встреч إن شاء الله я думаю в четверг мы тоже stories вывесим إن شاء الله напоминание в четверг 8 часов
по московскому времени, иншаллах, с вами встретимся. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.